Сегодня мы покажем еще один хороший приемчик. С прохода в ноги, с прохода в ноги. Вот ситуация. Или, допустим, мы сделали движение, один шаг он сделал, один шаг. Вот ситуация, вот линия. Раз, проходим сюда, вот, открыли где-то сюда, вот сюда, да, вот сюда. И зашагиваем сюда, сюда, идем, отсюда на голову, и здесь вот. Если он свист сюда, после, вот движение, вот. Если он после прохода зависает сюда, мы перехватываем здесь, сбиваем его сюда. Не под. Вот сюда. И здесь перехватываем. Вот сюда. И здесь его соперник кладем на лопатки.